блядь. Так, народ, этот, а... кто может помочь? А что надо? Там миссия у меня, бомбоубежище. Ну чё? А нет, да, парни, чтоб не разъебали, дали дойти. Ну, мне надо доложить. Я сейчас тоже иду на бомбоубежище, так что один одну. Кто-то стрелял возле этого домика на, ебать... пол... на озере. Да, ебать, меня расстреляли. Батон. Не, я бежал за поле для гольфа. Я ушел оттуда. Так, Шаймир, дайте возможность дойти. Народ, привет, мирные есть? Да, я здоров. Не стреляй только. Уже приятно. Я всегда забил в этой игре. Мародерами можно постреляться, поднять. И что? О, на вышке, ребят, не стреляйте, или там боты. А там боты. Ребята, просьба, если может кто-то увидит, где-то электродрель. Привет, привет. Я там уходу нашел. Нормально слышно, не фонит. А я так понял, что он когда как ему зайдет. Люди, нормально не слышно? Или фонит? Ну, нормально я слышу. Странно, я себя слышу плохо, кого-то. Слишком. Даже слишком громко. Сорян. Тихо. Да не, все нормально. Угу. Там в рюкзаке что-то было. Слушай, не помню. Рюкзак, кто-то со снайпера работает. А где? Да не знаю, что там. Это я против ботов. Так, ты... Сейчас. Ага, я прыгаю с чего-то. Оп. Все. Там, ну, я не трогаю, я ушел. На, на фуникуляре никого нету. Наших нету. Знал бы я где это. Четвертый день играю. Фуникулер за это завило. А, понял. Там он с правой стороны, если по карте смотреть. Там надо привыкать, еще не ко всему привык. Но после танчиков. Там ты едешь, а тут бегаешь. Есть кто на бомбе? После блица? Да, я туда иду, блица маленького. Ага. Я, если что, это понял. Надо заложить чату. Так, иду к бомбоубежищу. Бегу к бомбоубежищу. Угу, угу. Угу, привет. Заходи. Ну как хочешь. Так, ну все, наверное. 13 съебаться. Я на вилле, если что. Угу. Тут батар кто-то грохнул. Он грохнул. Так, все, всем спасибо за помощь, кто отреагировал. Давай, удачи. Сейчас еще надо дойти, может, бота отпиздит.
Бывает западло. Да я просто еще пробую стримить моментом. На Twitch. Даже так? Да, да, да. Ну, чтобы люди видели тоже игрушку, потому что есть тут и крысы. Моментами их показываю, как сказать, вот, прям ужасных людей. Так что давайте удачи, спасибо, ребят, за помощь. Давай, спасибо. Тут есть только одна противная миссия, знаешь? Убить светлячков. Я пока не дошел. Я сейчас на вилле, если что. На вилле я, если что. Мне там надо заложить. Пушу сигнал. Так, это ты там был? За зданием. Я сейчас прыгаю, если что. Это ты. Вот, я прыгаю, если что. Флеш-накопитель кому-то нужен, ребята? Что? Флеш-накопитель. Не, флешки все есть. А мало ли, может, кому по миссии. Короче, если кому-то нужно по миссии, то на фуникуляре слева на столе. Понял. Я просто знаю, что тут есть миссия это с этим приколом. Мало ли, может, кому надо. Ты надо бегаешь, ищешь, ищешь, блин, найти не можешь. А вот сейчас он по квесту не нужен, а он тебе попадается через раз. Да, его даже спрятать их покупать никого. Ну, знаешь, чисто закон подлости, блин. Когда надо, не найдешь, а когда не надо, вот он, бери и хочу. На вилле есть, да, наши? Да, да, да. Подхожу со стороны фуникулера, не прихлопните. Окей. На здание, где компот. Зеленый шлем, не хочу выбрать. Электродрель никому случайно не попадалась. Что? Электродрель. По класту нужно две штуки вынести. Да, я знаю. Я... Это помогу? Да-да-да, это... Ух, бля! Тут ебанутый бот с дробашом. Бля, подними, пожалуйста. I'm here. Hang in there. А ты где? Да меня уже поднимают, это увидел. А, понял. От души, душевно в душу, мне тупо в голову. У меня был такой прикол на бафе, я такой бегу голый. Он мне, короче, хед. Первый. Если что, я тебе разведку скину, если надо. За помощь. Ребят, если что, я сижу сверху, смотрю со стейки, чтобы боков найти убить. Так что нужно найти. Я электродрелем походил чисто на эту вещь. Ну, на... Как его? Тушеного. Да, знаешь, оно рандомно может попасться. Ну, это понятно, но мне повезло находить вот чисто, как вот говорю, на ветреной этой долине или как это. Ага, я понял. А, вот. Ветреный пик или как? Ну, это... А, это ты? Все. Просто слышал выстрелов, думал, ботинок. Ну, в порту, короче говоря. Ну, я понял тебя.
Ну я ж вон по миссии сюда видел, гад. Ну да ладно, поищем, попробуем, а вдруг. Вдруг повезет. Ну тогда. Блять, даже не знаю, где можно искать, по идее. Великий рандом. Там тебе 25 прицел, то он говорит такой прицел, которого нету в игре. Поэтому тебе надо додуматься, а какой же прицел пневматова имеет в виду. Ага. Есть такая штука. А еще есть такая штука, что он тебе по квесту дает какой-то прикол, а с этого нужно снять и повесить на М-ку или еще на чего-то там. Чтобы сдать. Есть и такой прикол. Ты потом с уровнем типа открываешь эти все приколы и по квесту. Смотрю, может где повезет, найду сейчас. У меня особо вообще ключи другие. Первый, может на горном участке выйдем? По-моему, можем. Благо поднял. О, тут почему проходу. А? Кто? Мирный. Окей. Это если у компов. Да-да-да, у компов. Короче, завелся здесь челобот. Атакует быстро стал. Поняли, спасибо. Ближе к фуникулеру. Я сейчас за ним иду. Первый, я к тебе бегу. Great job.
Всем удачи. Брат, я его убил, подними меня, брат. Я убил его. Ты сейчас кому говоришь? Тут автомат взял.
Hello. Алло, алло. Приветствую. Hey man, shoot my leg, knock me in my team. Knock me, and revive me. Okay. Hang in there, buddy. Thank you. Come. Hang in there, buddy. He's in 50. Thanks. That was really close. Sit down. Sit down. Sit down. Your police in bed. Come in here. He's in the top. Come. Let's believe. Come here. Come. Use this. Come, it's not true. We need your smite to kill this. Oh, don't you. Contact!
All units! All units! Be backup! Requesting backup! Be advised, enemies have infiltrated. Requesting backup! Requesting backup! You bastard! I need backup!
I need backup! You bastard! I need backup! You bastard! I need backup! You bastard! I need backup!
need backup! Thank you.
Hang in there, I'm coming. Hang in there. You're gonna be fine. Thanks. That was close.